Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это небольшой новостной ролик касаемо The Isle of Rima. Отвечу на несколько вопросов, которые были заданы мне в личку, и, собственно, чуть-чуть расскажу вам о стресс-тестах, что нам ожидать в обновлении 6.5, то, что сейчас можно сказать. Большой информации от меня не ждите, потому что наложено эмбарго до сих пор, но скажу так, что стресс-тесты проходят даже очень хорошо. По поводу оптимизации, которая прямо мучает всех, я скажу, что оптимизация настроена очень даже хорошо. По крайней мере, я это заметил, это замечают многие стресс-тестеры. Немножко поотвечаю на ваши вопросы. Итак, во-первых, достаточно много стримов от разработчика Брайана Филлипса, аниматора, мы видим на его Twitch-канале. Стримы посвящены Дилофозавру. Меня спрашивали, Дилофозавр будет в 6.5? Нет, ребята. Дилофозавр готовится после обновления 6.5. Дилофозавр рассчитан после последних игровых динозавров, которые выйдут в обновление, которых мы уже знаем. Это Галимимус, Страодон, Бейпиозавр и Цератозавр. Также скажу, что команда аниматоров и команда других разработчиков уже пополнилась. Помните, да, прошлый девлог? Они не соврали. Команда разработчиков выросла, а значит, развитие игры должно пойти быстрее. Также, с последующего выпуска новостей, где я рассказал про водных динозавров, помните? Так вот, водные динозавры будут в игре, но пока не завершится весь выпуск ростера динозавров, который был заявлен ранее. А мы знаем, что ростер будет составлять где-то около плюс 55, а то и выше. Что можно сказать по Траодону? Мы помним, что Траодон будет имитировать различные звуки и крики других динозавров, пока мимикрия Траодона откладывается. То есть пока что мы будем видеть основные его механики, яд и прочее, хорошее ночное зрение, но имитировать другие звуки животных он не будет в 6.5. Стресс-тесты. Стресс-тесты до сих пор идут. Идут тесты всех новых заявленных динозавров ранее. Как я говорил ранее, стресс-тесты состоят из нескольких фаз. Собственно, как сказал мне Панчпакет и Гипно, осталось совсем немного до ближайших стресс-тестов. Как только дадут зеленый свет, то обязательно начнутся трансляции. Не переживайте, ребята. По поводу людей в игре. Когда-то вы меня давно спрашивали, будут ли женские модели в игре за людей. Да, они планируются, но не в 6.5, а чуть позже. Также в игре планируется, так сказать, Википедия. Собственно, что такое Википедия, ну, все знают, но Википедия в игре, как по мне, это круто. Это есть во многих играх. То есть в игре будет некий раздел, куда вы сможете пройти, почитать, посмотреть все об определенном динозавре в игре. Новости о Тирексе и Трицератопсе. Как было заявлено ранее, мы это слышали даже в девлоге. Скажу так, что пока что 70% разработчики ставят, что в конце года они, возможно, выпустят Рекса. Ну, а на этом пока, наверное, все. Ждем до влога, где выпуск новостей будет чуть более насыщенным.